Абрам Ефимович, да. Привет. Где камеры стоят? Понятно. Хоп. Там же все проверил. Так, сейчас идем во дворце. У нас есть волшебная комната. Где что, бы вы думали? Вот она. Здесь нас кормят, поят чаем, кофе, бутербродики. Хоп-хоп-хоп. Ну там соки, вода газированная, всякие шоколадки, йогурты. А вот еда наша стоит в коробочках. Ну, понимаете, не успеваем зайти нормально посидеть, перекусить в кафе, в ресторанчике. Приходится на ходу. Ля-ля-ля, бананы, апельсины. Ну вот, так что голодными нас не оставляют. Спасибо. Спускаться на север.
Дайте красивое. Снимаю.